поводу Марковой Лены. Вот 16-18 лет, город Иваново, детский дом «Звёзды». Очень хороший выбор по поводу, так сказать, и по поводу исполнения, и по поводу отношения к музыкальному материалу. Очень хороший, очень хороший. Но хотелось бы обратить внимание на интонацию. Все-таки надо подкорректировать интонацию. И не очень понятен момент аранжировки во втором произведении. Понятно, что это идет момент увеличения, но это не скачки по пересечению. Это я по-своему говорю. Такое ощущение, что она села на лошадь и побежала. Но это мы с чувством юмора к этому подходим. Вот. Баллада о матери. Это может быть расширение, но резкой, как сказать, смены ритмического момента не может быть. Мое личное, так сказать, пожелание. Вот. Ну, надо доработать вокальный момент. Вот. Надо доработать интонацию, надо доработать опорное звучание. Обязательно нужно этим позаниматься по мере возможности. Лучшие пожелания в дальнейшем творчестве. И выбор песни очень правильный, но здесь очень большая сложность. Сложность, потому что ты должна актерски проиграть это все. Ты же выжил, солдат. Здесь нет дикции, здесь нет фразы пока еще. Это песня, которая должна быть прожита сердцем. Это мои пожелания. Это песня, которая, между прочим, с этой песней очень большие профессионалы. Профессионалы тоже мучились. То есть там не просто спеть, а там надо прожить песню. Вот. И не переиграть это. И в то же время, вот ты же выжил, солдат. Я слов не помню, но вот правильную найти интонацию тоже. Это очень непростая задача. Это так называемая актерская песня, нежели она вокальная. Если есть, так сказать, желание ее спеть, то надо поработать вот в этом ключе, в этом направлении. Мои пожелания. Всего доброго.